сегодня 17 ноября, это значит, что Всемирный день студента. Я достар салем, 17-ші қараша, халықаралық студенттер күніне орай, Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, біз... Первый вопрос. Сколько сегодня человек принимает участие в данном мероприятии? Бүгінгі шараға мыңнан астам университеттің студент жастары қатысуда. А сколько чемпионов выпустил Қорқыт-ата, вот, сам университет? Қорқыт-ата университеті қазіргі таңда елімізге танымал, әлемге танымал 50-ден астам даңқты спортшылар тәрбиелеп шығаруда. Қазіргі таңда университетте 7 халықаралық дәрежедегі спорт шебері, 30 спорт шебері және 50-ден астам спорт шеберлер, үміткер, студенттер білім алуда. Можете назвать 3 самых выдающихся спортсмена, может быть даже чемпиона, которые за все время истории Қорқыт-ата вышли отсюда? Біздің университетте даңқты спортшылардың арасында Илья Ильинді айта аламын, және де Қамшыбек Қоңқабаевты айтамын, және де Мөлдір Жаңбырбайды айтамын. Хотел спросить, за что у вас медали? Мы чемпионы Казахстана. Я вот чемпионка по гандболу. Бронзовый призер, мастер спорта Республики Казахстан по гандболу. Чемпион Азии, бронзовый призер Азии. Вот все спортсмены нашего факультета. Гордость нашего университета, гордость нашей страны, города, можно сказать. А как планируете сегодня отмечать этот праздник? Тихо, мирно. Вместе все исправим. Что пожелаете студентам? Студентам желаю крепкого здоровья, чтобы они учились хорошо, чтобы были гордостью нашей страны, гордостью своих семей. Ну, чтобы были, как сказать, достойными. А гандбол у нас в Кызылорде на каком уровне? На высшем уровне. Мы чемпионы Казахстана, 9-кратный даже больше. Қыздар салем. Мынау медальдарын құтты болсын. Бұл медальдар не үшін берілді? Бұл медал өзім медалым болды негізінде. Қандай спорт түрімен айналысасыз? Бокс спорт түрімен айналысам. Я у нее интервью брать не буду. Есімің? Балдана. Как? Балдана. Балдана, о, керемет есім. Балдана, бүгінгі шара сен үшін қалай өтті, қалай өтуде, және сен қай спорт түрімен айналысасың? Сіздерді ең бірінші бүгінгі студенттер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін біз осы жоғары деңгейде өткіздік деп ойлаймын, флешмобта. Және де мен фитнес түріне қатысамын. Вау, фитнес! Лайк. Так, дорогие друзья, сейчас возле меня стоит Асылхан, это чемпион Казахстана по боям без правил в восьмиугольнике. Асылхан, сколькократный вы чемпион, сколько у вас наград в этом? Очень много, почти 20 медалей просто спорттан. Я Казахстан Республикасынан кикбоксингтен және жекпе-жек спорттан Казахстан Республикасынан күміс жүлдегер. А в какой весовой категории вы выступаете? 65 килограмма, 70 килограмма, их самых хорошим. А восьмиугольник у нас в Казахстане на каком уровне развит? Азре Казахстана, орта салмақта, ол көбінесе Америка, Құрама Штатында өте қарқынды дамыған спорт түрі. На медан Казахстан Республикасының чемпионы болған кезде алғанмын. Вау, она чемпионка Республики Казахстан по боксу. Мынау 2018 жылы Қызылордада Спартакиадан чемпион болғанмын.
қалған екі медалым Тараз облысынан алған республикалық турнирден. Тихо брещется вода, голубая лента. Вспоминайте иногда вашего студента. Много зимы, много лет. Зря, блин, зря мы в Сейхун не приходим. Реально вода теплая. Так, ребят, сегодня Ерлан включается прям по полной программе для того, чтобы делать контент. Посмотрите, обнаженный Ерлан. Я достал, студенттер күніне орай не істемейсің. Бәрін істейсің ғой. Вода – это же источник жизни, она окрыляет. Аслан, внимание! Давай, братан, ты что? Опа, бой, делай свой первый! Давай! Стоян тебе! Бигсултан, Бигсултан, короче, медаль жоп саран с рисунком. Внимание! Давай, раз, два, три. Как-то так надо. Так, жарсный кордус бойынша. Америке. Шапалах кайда? 39 уақытмен бірінші орында. Махамбет Баймереке. 29-20. Уақытмен екінші орында Арыспай Балжан алды. Арыспай Балжан. Марат Тапаталады. Үшінші орын 29-89 уақытымен Темірбек Аида. Айда Аида. Марат Тапаталады. Так, құрметті жеңімпазбен жүлдегерлер, марапаттау сағат бір жарымда. Девчонки, поздравляю вас с победой. Спасибо за ваши места. А, тяжело ли было? Нет. Вообще не было, да? Ну, пришли, искупались, диплом взяли, ушли, что? Ладно, все, Рагнинцевский, Но в этом случае Бурбасы Ека Болсон, Ека Басы Уж Болсон, она не пойдет. Потому что они сначала должны закончить, получить дипломы, устроиться на работу, а потом уже да, всякие разные дела делать. Итак, на заднем нашем фоне находится сейчас играют в футбол. Что за лига, что за команды? Бұл бізде Қорқытата футбол лигасы. Біздің университетімізде 11 спорттық секция бар, соның бірі бізде футбол лигасы. Бұл лиганымыз студенттердің тиімді уақытын тиімді пайдалануға, сонымен қатар мықты команда жасақтауға арналған секциямыз. Қазіргі таңда студенттер өте қатты белсенділік танытуда. Лигамызда 12 команда ойнап, бір-бірімен апта сайын әр аптаның сенбі күні кезектесіп ойнап жатыр. Бұл жерде ұйымдастыру жағы барлығы профессионал түрде, турнирдің таблицалары, бомбардирлер, жолты карточка, красный карточка барлығы саналады. Профессионалды судьяларды жалдағанбыз, медперсонал барлығы бізде дайын. Студенттер сапалы әрі нағыз футбол ойын көрсетуге үйретудеміз. В данный момент студенты каких курсов играют? Бұл жерде бізде Интер командасы, бірінші оқу ғимаратынан және Тен Старс командасы, 5-ші корпус. Бұл жерде енді 4-ші курстар мен 2-ші курстар. Бірақ бізде енді шектеу жоқ. Әр команда, главное, ол университеттің студенті болу керек, араласа ойнай береді. Юджимашевич, сколько команд участвует в этом турнире? 12. За первый, второй, третий, какие факультеты будут участвовать? Ну, за первый уже экономфак взял. А, экономфак первое место? Никогда, да. При мне никогда такого не было. Познакомьтесь с нами вместе, Жандос Базартай, начальник управления молодежной политики, именно вот в Кызылординском государственном университете имени Қорқытата. Жандос, сейчас мы куда направляемся? Вот сейчас мы с Сейхуна вышли. И куда идем? Мы направляемся в секцию по боксу. Там сейчас соревнования идут. Опа, вот тут девчонку увидим, которую.
женская будет, да, категория? Ну, сейчас в разных местах, в разных корпусах у нас соревнования. Ага. Ну, сейчас мужской здесь сколько. Если мне такие удары делал, я давно бы уже лежал, а он до конца простоял, молодец. Нурбек, молодец, сен жағым. Утпасам да, бірақ мұқты қарсыласқа зіле бермедім. Жарайсың, өзің финансист мамандығы бойынша оқиды екенсің. Жалпы не жетіспеді осы жаңағы неде? Шайқаста. Қорған сайсың олдау менде. Көп блок жасағанда мүмкін чейін мүмкін. Енді сен арғарай осы бокспен арғарай жаттығасың ба? Жаттығамай. Yeah, сосын саған андай качаться ету керек шамалы. Yeah. Ударлар бар, бірақ күш жетпейді шамалы. Yeah. Yeah. Бүгін студенттер күні. Сен осы барша студенттерге не тілейсің? Барша студенттерге осы универді бітіріп, алда жақсы маман иелер болуларын тілеймін. Осы алда осындай сайыстарға қатысқан дұрыс, студенттерге активист болған дұрыс. Молодец. Нурбек. Нурбек по кличке финансист. Финансист. А как вы давно с боксом? Уже 6 месяцев. 6 месяцев? Да. Вас учили, как правильно бить? Да. Давайте, ударьте меня сюда. Нет. Илан, прям как ты бьешь, очень мощно, очень сильно. Ты красный, на Тайсона похож. Гера, сейчас вот как раз девчонка готовится, у которой ты только что интервью брал. Она сейчас будет за первое место, финал. Отправляемся в следующий, куда, в какой корпус сейчас? Шестой корпус. Шестой корпус, там что будет? Там по двум видам соревнований идут, по шахмату и по тоғызқұмалақ. О, тоғызқұмалақ. Ерлан, у меня такой вопрос. Вот, что такое тоғызқұмалақ? Тоғызқұмалақ – это национальная игра казахская. Ага. Девять этих, как там было? Yeah. Ну, сейчас тебе еще объяснят. Вот, здравствуйте. Здравствуйте. А ты знаешь, Герман, чем славится шестой корпус? Нет. Здесь учились самые лучшие математики и физики. Физмат. Вот так вот. Сейчас из-за этого тоғызқұмалақ он этот учит тебя считать правильно в уме там. Ну это типа шахматы, но это казахская версия, короче. Объясните ему. Должна в каждой ячейке быть по 9 человек. Ага. Тоғызқұмалақ. Поэтому это тоғызқұмалақ. Тоғызқұмалақ. Чтобы хорошо играть в тоғызқұмалақ, сначала нужно стать казахом. Ладно, пошли на шахматы. Как успехи? Не очень. Как думаете, сколько ходов осталось? Может быть, даже время выйдет сначала. Да? Да. А если время выходит, тогда что? Тогда проигрыш. Кому? У кого время вышло? Время вышло, да.
Тюмень. Будьте знакомы, Али Масимович, это мой тренер. Я занимался тоже когда-то шахматы. У нас шахматный клуб был, «Ладья», по-моему, был. Да, Али Масимович? Сейчас Али Масимович работает в университете Кортата. И вот я тебе говорил, что две чемпионки, Ботта и Асель. Вот, пожалуйста, тренер Али Масимович. Расскажите нам, пожалуйста, сколько вы уже учеников, ну, как бы, своих это, подготовили на, ну, на чемпионат, на выездные, и вообще, у нас сколько в университете занимается шахматами? Ну, на сегодняшний день в Государственном университете Хорхат-Ата занимается почти 150 студентов. И, значит, двое, одни из лучших шахматистов Казахстана, мира, это Серикбай Асиль и Тай Абата. Одна из них является чемпионкой мира среди девушек до 20 лет. Вторая является чемпионкой, серебряной чемпионкой среди молодежи до 18 лет. Али Масимович, а почему девочки только? А где пацаны? Дело в том, что у нас сейчас в основном в Казахстане выигрывается именно масштаб развития именно девочек. Мальчики, конечно, есть, но подающиеся надежды то в Кустанае есть, в Караганде есть хорошие ребята. Но пока Казанинская область пока отстает. Герман, вот Владимир Викторович, заведующий кафедрой физического воспитания университета. Сейчас расскажешь нам про секции. У нас здесь идет соревнование по волейболу. А вы в шестом корпусе, да, проводите? Только физически. Нет? У нас... А по куркам вот, вообще вы, весь? Вы прошли все, да, все да. Там. У нас, ну, я сказал, первый-второй курс, студент первый 100% охват. Если, например, ну, вдруг если беременна или там заболела, они на шахматы, то гуску малая, а так 100% охват. Каждый студент в начале учебного года пишет заявление, какой вид спорта выбирает. Это личный выбор студента. У нас по 11 видам спорта. Студенты первых-четвертых курсов сейчас идет за финальные пункты, за первое-второе место. Ага. Так, 50 килограмм. Поднимай. Че, реально? Ерла? Давай я попробую. Давай. Сейчас. Сейчас без веса. Опускай. Перед вами Герман Дьяченко. Какой вес? 90. Как называется этот вид? Присед. Гера, пошел! Пошел, родной! Три раза надо, три раза! Ощущения, Герман? Блин, я вообще не понимал никогда такой вес. Сейчас я в весовой категории 80, спортом вообще не занимаюсь. А когда чуть-чуть ходил в качалку, тогда весил 60. Но я тогда вообще столько не мог поднять, абсолютно. И жим лежа, когда у меня там 65 килограмм где-то был, вот такой вот. А сейчас я вообще в шоке от себя. Сижу за компьютером, постоянно видео монтирую. Откуда сила? Откуда сила, Ерла? Вставай. Эй, гоу! Давай! Я, блин, начал на максимум! Рано на себя взял! Пауэрлифт
көрмесіне қанша студент келеді күніне қанша қатысады жетістіктер бар ма чемпион біз паулинг спорты бойынша секция жүргіземіз секцияда общий 70 адам ана 4 группаға бөлгенбіз әр группа 15 адам келеді күніне партия сабақ болады жетістігіміз бар біз универсиадаға шығып жүрміз универсиада осы бір екі мастерлеріміз бар қалалық Байконурда өтетін бүкіл пауэрлифтингтен жарыстарға қатысады. Илья Ильин келді ма ана жерде студент кезінде? Илья Ильин, иә, осы жерде кезінде, жас кезінде осы жерге келген. Илья Ильин 7 жастан бастаған, сол кезде бастап осы жерде болған. Илюха, салам алейкум. Закончился наш очередной влог. На прекрасную минуту заканчиваем. Я шынымен достар, бәрі көңілді, бәрі қаншама барлық жерде студенттер спортпен шұғылданады. Студенттер күні!